преддверии новогодних праздников началась гонка за подарками, а одними из самых популярных по-прежнему остаются средства для красоты. Сегодня мы вновь посетили косметическое производство, чтобы узнать новые секреты. Смотрите в выпуске. Вспоминаем уроки химии, подрабатываем рождественскими эльфами и дарим подарки всем. Косметический завод в Кирово-Чепецке производит продукцию, которую мы с вами видим каждый день на прилавках магазинов и у себя дома. Производственные мощности позволяют производить шампуни, гели для душа, зубную пасту, кремы и многое другое. Производство начинается с разработки новых рецептур. Мы находимся в исследовательской лаборатории, и сейчас мы будем творить и создавать совершенно новый продукт. Кстати, он будет эксклюзивный для зрителей нашей программы и новогодний. Приступим. Итак, для начала мы возьмем базовую основу, которая придает моющее свойство, и смешаем ее с красителем и парфюмерной композицией. Кстати, это земляничная. И, внимание, секретный ингредиент – блестки. Достаточно 10 капель. И финальный компонент – загуститель. Он создаст текстуру. Вот такое густое, красивое и вкусное мыло для бани мы получили. Это мой вам новогодний подарочек. Следующий этап – контроль качества продукта и его соответствие требованиям ГОСТ. На производстве ведется полный контроль всех циклов производства. Это входной контроль сырья и комплектующих материалов, все этапы производства, все оборудование, которое используется на производстве, имеет соответствующие допуски в госорганах. Компания «Орбита» в 2015 году выпустила более 70 новых продуктов собственных торговых марок, таких как «Органик Спа», «Вилла Фрутета», «Лёшкин Лук» и «Эдем». Они были созданы благодаря 15-летнему опыту компании «Орбита» в разработке косметической продукции. Это было невозможно без слаженной команды профессионалов. И мне бы хотелось выразить огромную благодарность коллективу компании «Орбита» за их активную работу, за замечательные идеи, за то, что они позволяют компании «Орбита» двигаться вперед, расти и развиваться. Самое время переместиться на производство и посмотреть, как делают косметические продукты. Все начинается с сырья и воды, из которых производят продукт. По трубам автоматически сырье попадает в варочные цистерны. Благодаря слаженной работе отделов, согласно разработанной рецептуре, производится такой же продукт, который был создан в лаборатории. Из этой цистерны готовый продукт подается по трубам в разливочную машину, а ее работа – это уже отдельная история. Перед тем, как разлить продукт, необходимо подготовить этикетку и упаковку. Флаконы выдуваются при помощи специального аппарата, причем у каждого продукта индивидуальная упаковка. Итак, посмотрим, как происходит процесс фасовки. Оператор загружает тару в карман, а затем высокотехнологичные французские разливочные аппараты автоматически ее наполняют. Нам повезло, на линии разливается шампунь сочного цвета в прозрачные красивые флаконы. Так мы сможем полностью увидеть весь процесс с начала до конца. Кстати, процесс очень завораживающий. И если бы мы могли передавать запах, ваша комната наполнилась бы невероятным цветочным ароматом с ореховым оттенком. После наполнения флакона закручивается крышка, и косметическое средство по транспортировочной ленте перемещается на участок наклеивания этикетки и маркировки даты. В завершении всего процесса оператор контролирует качество продукта на выходе и пакует для отправки на склад. На линии фасовки вовсю кипит работа. Новое бьюти-средство уже готово отправиться на полки магазинов, чтобы радовать вас и ваших близких приятными и полезными подарками. Расфасованные по коробкам косметические средства отправляются на склад готовой продукции, откуда расходятся по магазинам.
Кроме сертификата СМК, мы прошли предаудит по системе GMP. GMP – это практика надлежащего производства. Сертификат GMP даст возможность нашему предприятию выйти на более высокий уровень уже не только на территории России, таможенного союза, но уже на более высокие даже европейские рынки, так как в Европе GMP для косметики – это уже обязательный сертификат. Мы на этом не останавливаемся, мы будем стремиться к улучшению нашего качества. Производства вслед за продукцией мы отправляемся в магазины, где она уже расставлена по полкам и ждет своих покупателей. Идемте знакомиться ближе. Помните, мы уже с вами готовили джемы для душа, только посмотрите, какие они вкусные. В состав входят натуральные экстракты ягод и фруктов, антиоксиданты и витамины, но при этом не содержится СЛС и парабенов. С таким продуктом вы точно не будете скучать. Он подтолкнет вас на эксперименты. Потрясающая текстура и невероятный аромат. Кажется, сегодня я буду мыться вареньем. Если вы хотите вновь очутиться в детстве, в деревне у бабушки, пробежаться по лугу, вдохнуть запах полевых трав, то вам точно понравится эта линейка. Календула, василек, душица, малина и еще много-много всего интересного. Обратите внимание на объем 420 мл. Такой бутылочки вам точно хватит надолго, и цена приятная. А хотите дома почувствовать себя на спа-процедурах? Тогда и для вас у меня есть интересное решение. Эта косметика сочетает в себе удовольствие, экологичность и видимый результат. А как вам упаковка? По-моему, очень стильная. Открываем ее, а там... настоящее волшебство. Такие приятные, милые штуки точно захочется получить в подарок. Какой цвет нравится? Мне, например, фиолетовый. А на обороте вы можете написать все свои пожелания. С Новым годом, с днем рождения и просто с приятным событием. Кстати, это тебе. Хотелось бы отдельное спасибо сказать покупателям продукции компании «Орбита» за то, что она вам нравится и вы нам доверяете. Мы постараемся и в следующем году радовать вас качественной и необычной косметической продукцией. Мы приглашаем вас в магазины «Сент» и «Эдем», где продукция компании «Орбита» представлена в полном ассортименте. Расширенный ассортимент продукции всех линеек, производимых на заводе «Орбита», уже ждет покупателей в магазинах. Здесь вы найдете подарки для себя и своих близких, а грамотные консультанты помогут в их выборе. К тому же есть интересные готовые решения. Приходите в магазины «Сент» и «Эдем», а также заходите в интернет-магазин iriscosmetic.ru. Я от себя лично и от коллектива компании «Орбита» поздравляю всех жителей города Кирова и Кировской области с наступающим Новым годом. Пусть наступающий год будет богат яркими и радостными событиями. Желаем вам огромного счастья, отменного здоровья, восторженного настроения, красоты, уюта и гармонии в семье. А компания «Орбита» и дальше будет радовать вас новой интересной косметической продукцией. С Новым годом! Такие косметические продукты производят у нас в Кирово-Чепецке. Они соответствуют высоким стандартам качества и радуют своим эффектом. Любите себя и своих близких, ухаживайте за собой, дарите полезные и приятные подарки. С вами был секрет фирмы. До свидания.